Условия, в которых содержат заключенных в Одесском СИЗО, ужасны. Это первое впечатление замминистра юстиции. После скандала с избиением заключенных в следственном изоляторе, Денис Чернышов приехал в Одессу с проверкой. Уверяет, подчиненные скрывали от него истинную картину произошедшего. Напомню, на массовое избиение заключенные пожаловались в минувшую пятницу. Таким образом, сотрудники СИЗО якобы мстили за то, что один из арестантов убил сотрудницу изолятора. Тюремщики до последнего открещивались, что применяли пытки. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Міністерство юстиції, я хочу це підкреслити, нікого покривати не буде. Ми вже попередньо визначили критичні точки, по яких були допущені порушення. Ми визначимо реально всіх винних, і прокуратура подасть подання до суду про притягнення людей до відповідальності.